Наши взаимоотношения с домашними животными уникальны. Нас связывают узы, в основе которых лежит привязанность, любовь и забота. Уход за собакой – это большая ответственность за здоровье и хорошее самочувствие животного. Но лишь немногие владельцы домашних животных уделяют внимание здоровью зубов и ротовой полости своих питомцев. Здоровье зубов домашних животных играет такую же важную роль для общего здоровья организма, как и у людей. Не забывайте, профилактика лучше, чем лечение. Самый простой способ – регулярный осмотр зубов вашей собаки. Раз в неделю аккуратно поднимите верхнюю губу и как можно внимательнее осмотрите с обеих сторон коренные зубы, клыки и резцы. Для обнаружения набухания, покраснения или кровоточивости десен. Наличие зловонного дыхания, шаткости зубов или даже их поломки. Многие вещи можно легко заметить самим и как можно быстрее показать их ветеринарному врачу. Заболевание зубов развивается медленно, но неуклонно. В области зубного налета или зубного камня образуются колонии бактерий, вызывая повреждение десен. Затем они поражают ткань вокруг корней зубов. Самая большая опасность в том, что эти агрессивные бактерии могут проникать в кровеносную систему и разноситься по всему организму, что приводит к серьезным воспалительным осложнениям других органов, особенно сердца. Очень важно посещать ветеринарного врача для регулярного осмотра, осуществлять чистку зубов и другие процедуры по уходу и лечению. Для большинства собак будет достаточно проверки и чистки зубов один раз в год. Собаки мелких пород больше подвержены заболеваниям зубов, чем собаки крупных пород. Вот правила, которые вам следует соблюдать для сохранения здоровья зубов вашей собаки в течение всей ее жизни. Начать проведение осмотров ротовой полости с раннего возраста, чтобы собака могла к ним привыкнуть. Как и у людей, ежедневная чистка зубов щеткой является самой эффективной мерой. Нельзя использовать зубные пасты, предназначенные для человека, они не подходят собакам. Более того, зубная щетка должна быть подходящего размера и создана специально для собак. Также можно использовать мягкую щетку на пальчик. Ветеринарный врач с удовольствием поможет вам. Для чистки поднимите верхнюю губу и осторожно, легкими движениями потрите зубы щеткой. Во время чистки говорите с собакой, успокаивайте ее. Убедитесь, что вы почистили весь зубной ряд. Запаситесь терпением. Поначалу вы столкнетесь с некоторыми проблемами, но уже через несколько недель все будет получаться легко. В конце процедуры угостите собаку лакомством, и все будут рады. Интересно, что даже если владельцы домашних животных ухаживают за зубами своих питомцев, то только 1/3 из них задумывается о преимуществе корма с системой ухода за зубами. Использование такого корма может существенно снизить образование зубного налета и камня, способствуя улучшению состояния здоровья зубов. Таким образом, хорошее состояние зубов и ротовой полости играет важную роль для здоровья вашего животного. И как хозяин, именно вы должны о нем позаботиться. Я рекомендую: регулярно посещайте ветеринарного врача для осмотра зубов и ротовой полости, а также профессиональной чистки зубов. Ежедневно чистите зубы собаки с помощью щетки, используйте жевательные игрушки. Используйте корм с системой ухода за зубами, например, Юканубо, который снижает образование зубного налета и камня. В заключение. Сохранить здоровье зубов и ротовой полости домашних животных легче и дешевле, чем вы думаете. Всего несколько минут в день на чистку зубов будет достаточно. Берегите здоровье вашей собаки, это стоит того. В награду вы проживете вместе долгую, счастливую и активную жизнь.